Бюджет на следующий год рассмотрели сегодня в законодательном собрании Новосибирской области. По прогнозу, доходы региона составят 301 миллиард, расходы 334 миллиарда. Это заработные платы, все наши здравоохранения, образование. Также плюс, вы знаете и слышали, председатель об этом сказал, о том, что порядка 10 миллиардов рублей заложено на финансирование наших новых территорий по строительству, так скажем, по статьям развития. Мы дорабатываем начатые объекты строительства. Это касаемо всех. Это наши ФАПы, школы, детские дошкольные учреждения. Из федерального бюджета Новосибирская область получит деньги на дороги, модернизацию первичного звена здравоохранения, модернизацию школ и коммунальной инфраструктуры, развитие беспилотных авиационных систем, социальные контракты, совершенствование городской среды. 2,5 миллиарда регион вложит в объекты ЖКХ, еще одна статья финансирования нужды СВО. Надо сегодня реально понимать, что по сути это такой бюджет победы. Вы заметили, там миллиард, по-моему, да, Виталий Юрьевич, на летательные аппараты и так далее. И цифры эти все на поддержку СВО точно на плавающие. И по любой необходимости мы будем добавлять все, что можно.